почетные места в первом ряду за парами, которые пронесли любовь через десятки лет. 13 семей из Ленинского городского округа отмечают в этом году бриллиантовую, изумрудную или золотую свадьбу. Людмила Ивановна и Олег Дмитриевич Менниковы в браке 60 лет. Познакомились случайно. Людмила снимала комнату у тети молодого курсанта Олега. Через 11 дней после судьбоносной встречи разъехались по разным городам. 2 года влюбленные переписывались, пока Олег Дмитриевич осваивал военную профессию. Но настоящую любовь не сломила даже расстояние. В 1962 году пара поженилась. После объехали всю страну по долгу службы Олега Дмитриевича. Полноценный дом обрели в Видном через 15 лет брака. Вон написано: «Любовь, семья, верность. 60 лет». Это наш символ нашей семьи, к чему мы шли все эти 60 лет. 2 детей, 2 сыновей, 4 внучек, 4 правнуков. Мы самая счастливая семья. Надежда Александровна и Валерий Иванович Осокины вместе уже полвека. Встретились на танцах и влюбились с первого взгляда. Делятся: их секрет семейного счастья в том, чтобы беречь друг друга, а еще сохранять легкость и юмор в отношениях даже спустя десятки лет брака. В семье все зависит от женщины. Она очень мудрая, она знает, когда отступить, знает, когда сказать. Встретились давным-давно, в прошлом веке. И прожили в том веке, и живем в этом. Ну скажи, что любил меня. Любил. А если бы не любил, 50 лет не жил. Почетные пары получили подарки от администрации округа, а также им предложили расписаться в присутствии работника ЗАГСа, вспомнить молодость и начало семейного пути. Кроме того, в знак любви и верности супруги выпустили в небо белых голубей. Ура! В День семьи, любви и верности чествовали не только юбиляров, но и многодетных супругов. 6 семей в праздник получили сертификаты на земельные участки. Еще 5 парам вручили подарки от администрации Ленинского округа. В их числе Светлана Борисова и Павел Белошицкий. Не так давно они стали родителями девочек-близнецов. Теперь в их семье 5 детей. Многодетство – это заразительно. После 3-го хочется еще. У меня семья самое главное в жизни. Конечно, это хлопоты и заботы, но это те хлопоты и заботы, которые мы сами выбираем. Поздравления получили и те родители, у кого появился первенец накануне праздника. Вручила подарки гостям торжества заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова. Спасибо вам за то, что вы рядом, за то, что вы в нашем городе, и за то, что у нашего города, благодаря вам, есть счастливое будущее, ваши дети, ваши внуки и пример вашей собственной жизни. С праздником вас и с праздником всех нас! В День семьи, любви и верности в парке работали несколько фотозон. Волонтеры провели мастер-классы по рисованию, оригами и фреске для самых маленьких. А творческие коллективы и артисты округа подарили видновчанам праздничный концерт. Олеся Попова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.